В общем, колдую я тут над шатуном. Вот, значит, рассказываю тут, что тут за шатун. Во-первых, тут шатун конусный. Видно, да? В общем, здесь получается он на 30. А тут он получается, блин. А тут он у нас идет на 41, блин. Вот. То, что греть его, это понятно, что подогреть. Тут же его еще надо втулки выпрессовать. Сейчас буду мучить. И вот единственное, я что-то не пойму, почему нету отверстия под масляный этот канал. То есть здесь есть отверстие, блин. А в шатуне в самом нету. Что за хрень? Что, неужели она отсюда вас заходит? Ну это бред какой-то. Не знаю, надо будет в интернете сегодня вечером полазить. В общем, что я сейчас намастырил. В общем, сделал я вот такую трубу. Сейчас ее обрезал, сделал конусную. Буду сейчас вот так вот пробовать палец давить. Не палец, а втулку. В общем, блин, такая херня какая-то конусная. Блин, я такие шатуны не видел. Тоже вытащил сейчас вот такую вставочку. Сейчас прессом давану, попробую, что получится. Пока в магазин еще не ездил. Вот. Сейчас буду думать. В общем, на прессе выставил я. Вот так вот. Она конусная, блин. Сейчас попробую придавить, посмотрю, что получится. Ну все, да, пошла на холодную, ничего не грел. Так. Ну, пока идет. Идет нормально. Таким же макаром, думаю, прессом давану, чуть-чуть подогрею. Опа, есть контакт. Так, сейчас, блин, с этим телефоном, блин, с этим телефоном, блин, куда его деть, блин? Все рассыпалось, все пропало. Так, в общем, даванул я. Нормально все вышло. Вот. Вот такая втулка, блин. Конусная. Сейчас покажу. Вот такая, блин, какая-то. Тут 30, тут 41. Ну, вышла она. Нормально, все, блин. Так. Я не знаю, думаю, может заморочиться, может отверстие тут просверлить, блин. В шатуне, блин. Потому что, ну это... Как так смазка, блин? Смазка ни хрена туда не попадает, можно сказать. Где эта камера? Блин, не пойму ни хрена. Вот. Что-то, блин. А, вот она, все, блин. Вот так она вышла нормально, блин. Значит, комплект стоит 2600 втулок. Вот. Ну тут все нормально, все живое. Конечно, по этот шатунчик немножко надо будет подогреть.
и прессануть эту всю фигню, блин. Не знаю, блин, буду смотреть на это. Блин, ну как так? Ну тут должно быть отверстие. Чё отверстия нет? Ну чё непонятно, блин. В общем, вот так вот я выпрессовал. Ну и таким же макаром буду запрессовывать. Вот. Немножко вот наискось она пошла, блин. Где-то чуть-чуть металл подрала. Ну это вставка, блин. Все-таки где-то я конус немного, блин. Буду смотреть. В общем, вот такая канитель, ребята. Кто смотрит, кому интересно, блин. Ну, втулку выпрессовал, не знаю. Буду, наверное, все 6 менять, блин. Ну, смысл менять, блин. Одну поменяешь, и что дальше? Все остальное. Так вот, кстати, значит, что я заметил, да? Вот по поводу втулок, которые, допустим, идут на китайцах. А значит, менял я шкварня. Шкварня менял на своем вот китайце. Значит, здесь идет металлическая полностью втулка. Она идет здесь внутри обмедненная. Но дело все в том, что ее болгарка даже не берет. Вот болгарка, если пилить, сейчас я даже, не знаю, попробую, вам покажу немножко. Не знаю, получится, не получится. Так, сейчас придержу ее. Посмотрите, как она не бронзовая здесь. Я ее как-то пробовал напильником. Напильником у меня, когда шкварня менял на китайце, я пробовал напильником шурануть. Да, с добрым утром. Я напильником ее там подтачивал, этим подтачивал. Вот у нее, она полностью металлическая. Полностью металлическая, либо какой-то, ну металл какой-то, видно, каленая. И вот здесь идет небольшое как бы обменение, и все. Почему получился этот задир? Ну, масло, потому что не было, сожрало, получается, медяху сожрало, вот если присмотреться. А вот это, внутри остался уже металл. Ну, надо что-то будет думать с этим отверстием, по-любому, потому что это все фигня, блин. Должно оно все смазываться, не знаю, что они там намутили, эти китайцы. В общем, такая канитель.